Доброе утро. Будни строителя. Рубим с вами. Пока машина прогревается, сделаем пару звоночков. О, уже несколько пропущенных, пока бежал. Так, в первую очередь нам нужно заказать материал. Привет. Слушай, Лен, а сегодня получится 50 мешков привезти этого самого ХП старта? На Еременко. Куда? На Еременко, он мне туда возили уже. Так, 50 мешков старта, да? Да. Так, слушай, ну у меня тут что-то со стартом, я смотрю, беда. А ты хочешь взять по такой цене этот Ротбанд? Давай, конечно, хочу. Все, хорошо. Слушай, еще у меня такой вопрос, и это самое, как его, если я на карточку деньги, я могу скинуть тебе там уже? Да. Потому да, что у меня там пацаны, а я на другом объекте, там, не знаю, будет у них столько, нет. Ты мне тогда пришли смс в Сбербанк, я тебе сейчас брошу, ну, сумму Сбербанка. Да, понимаю. Скажи, там адрес Еременко какой? Ох, блин, а ты не можешь посмотреть по базе? Хорошо, еще слушай, у меня такой вопрос. Мне на днях нужно будет картон, и мы это на северном объекте, там холодно, этаж высокий. Я могу приехать на базу и там порезать, как мне нужно? Да, конечно. Могу, да. Ну все, отлично, тогда созвонимся. Все, давай, жду смс. Давай. Пока. Хорошо. Так, есть первый звонок. Ага. Привет, дядя, что вы на объекте? Ну смотри, там везут этот самый, только старта нет, Ротбанд привезут, ну в принципе без разницы. Вот, это самое, как его. Ну я не знаю, через сколько будут, но они позвонят, привезут под подъезд, поэтому никуда это не сваливайте. Хорошо, пиздец. Все, давай. Давай. Перешли, пожалуйста, туда деньги, вот я тебе смс прислал, перешли им, пожалуйста. Вот это за материалы. Там я номер карты и сумму скину. Да я же все, я же разобрался вчера, мы все повесили, я все разобрался. Думаю, вот я идиот, короче, да. Спасибо, спасибо. Второй давай. А у меня есть, я нашел, то есть он оказывается у брата был, брат кому-то дал, ну как всегда, короче, то есть вот это. А, ну все, то есть вопрос решили, все отлично. Тогда смотри, то, что не хватает, я там сегодня посмотрю, какой курс. Вроде там на завтра еще ниже будет, я, ну, чтобы нормально было по себестоимости для нас. Хорошо. Вот. Да, я думаю, тебе там 2-3 дня, ну, вообще, да, роли не играть. Слушай, мне там канашка нужна 40-я. И полтинник. Я, наверное, заеду на северный туда, не знаю, будет у них, нет на этом в этом адресе. Ты сразу заранее звони, у тебя на чеке есть телефон. Я знаю, да, да, это спер... да, там высветится, там Лена должна быть, Елена или Лена, как-то так. Вот. Привет, ты на объекте уже? Алло. Да. Слушай, ну смотри, короче, вешай пока батареи. Батареи, когда повесишь, получается, можешь два варианта. Или долби под канашку на выход, ну то есть вот там вот это место длинное, которое я тебе показывал. Там примерно уклон, прикинь, какой он должен быть к этому самому, ну ты понял. Ну либо же паяй там, я не знаю. То есть, как-то... Я батареи повесил, я сейчас начал паять на это, на лоджии, понял? А ну все, да, давай, пай. Только аккуратненько, чтобы там все по краю проходило. Да, я понял. Как Змеевская палка, как всегда, здесь пробки. Вроде все замерзло у нас. Что хочется сказать? Вот я пока, так сказать, ехал на работу, сделал, ну, такую, скажем так, работу, которую можно было бы делать, наверное, целый день, а может быть и несколько. То есть мы сделали несколько закупок там, привезли материалы. Где-то уже, кстати, даже разгружают. Это просто жесть. То есть это на два объекта. Смысл в чем вообще? Ну, то есть, мораль в чем? Мораль в том, что если вы занимаетесь комплексным ремонтом и у вас нет проверенных поставщиков, но это очень важно. То есть, у меня поставщики, которые мне даже говорят, закажи там завтра или послезавтра, потому что там будет немножко дешевле. То есть, ну,
моменты. В общем, если нет людей, которым вы можете в телефонном режиме позвонить, зная, что у них заведомо дешевле, чем где-то, ну, то есть где-то в той же самой, ориентир что для людей? Для людей ориентир Касторама, Леруа Мерлен, да, они вот туда приходят, смотрят на ценник, и если, не дай бог, вы им продали дороже что-то, то все, уже начинаются какие-то там, ну, вопросы. А есть многие вещи, которые они специально занижают, да, допустим, у них лист гипсокартона 12,5 мм КНАУФ, на котором написано, стоит, сейчас точно не помню, ну 200 там с копейками, а я покупаю, ну то есть по самой-самой дешевой цене это 250 там с чем-то, да, там 255 рублей, но это абсолютно другой КНАУФ, это КНАУФ, у которого, как это... Он армированный. Для Леруа Мерлен и для Касторамы они отдельно делают партии, которые такие самые простые, дешевые. То есть, опять же, эти моменты все нужно доказывать, показывать клиенту. А по профилю, либо там же по тем же самым соединителям направляющим, это вообще абсолютно там другие цены, они гораздо выше рыночных. Ну, там есть такие, как это называется, товар-паровоз, да, который вот тащит, а все остальное там люди докупают, да, то есть там, грубо говоря, если уголок там для того же пропилена где-нибудь стоит 12-15 рублей, то там он стоит 30-40, то есть как-то так. Еще такой момент, очень выгодно, когда ты заказываешь на несколько объектов сразу, то есть у нас, допустим, ну, у меня есть некий запас, скажем так, материала, который, ну, помогает, в случае чего, у меня там есть свои всякие фитинги, и труба, и по электромонтажу много что, то есть, и получается, мы, ну, то есть, я сразу заказываю, допустим, я не заказываю, там, если у меня уже 50 метров провода, 50, я сразу заказываю буфту, да, там, 200 метров, и все, вот она сразу... у нас есть там на несколько объектов, или если мы там говорим о слаботочной, да, там какие-то такая аксиалка, UTP и прочее, то есть мы сразу купили их там по 600 метров, по-моему, или по 300, я не помню, сколько в этой бухте, вот. И мы просто-напросто на каждый объект приезжаем, где нам нужно, взяли, мы знаем, что у нас качественный провод, что у нас всегда в наличии, и, ну, и все, то есть мы предоставляем услугу людям, мы не паримся по поводу того, что нам нужно там только... Я прекрасно понимаю, что эта инвестиция, она отобьется в любом случае. То есть мы покупаем всегда немножко больше, чем нам нужно, с тем запасом. Ну, естественно, только в том случае, если у нас будет еще подобная работа. А мы возьмем, то есть, все черновые материалы, которые присутствуют, да, то есть кабеля, все там саморезы, даже автоматика, то есть она в любом случае вся повторяется, и получается, что в принципе, если, ну, понятное дело, что плитку, обои там, там цемент никто в запас не покупает, ну, на будущие объекты, а инженерку, ну, очень даже классно, когда у тебя, грубо говоря, есть какая-то, ну, какая-то подушка, скажем так, своя, да, в случае чего где-то какие-то задержки, я точно знаю, что приеду там домой, грубо говоря, зайду в гараж и возьму.